Всем привет! С вами канал Стофити и, как всегда, с вами ваш любимый Санечка. Мы сегодня будем делать обзор палатки Long 4T Снегирь. Мы ее заказывали 12 ноября, она только сегодня пришла. Это, представляете, 2 месяца. Сегодня у нас 19 января, она только-только пришла. Ну, как говорится, виновата у нас сюда погода, поэтому уехала она сюда очень долго. Я вам хочу показать. Вот они. Это у нас пол для нее, а это сама палатка. Еще раз напомню, палатка Снегирь 4T Long. Ну что ж, сейчас мы ее начнем устанавливать. Хочу вам показать очень простой способ, как эта палатка быстро и спокойно расчехляется. Может быть, кто-то знает, а может быть, нет. Делается это очень просто. Пальцем берем вот за это кольцо и отодвигаем его в эту сторону. И она пошла сама раскрываться. Вот мы ее открыли. Не нужно ее вот здесь вот, как многие делают ее, начинают вытаскивать. Это очень долго и муторно. Видите, да? Начинаешь вытаскивать. Зачем? Просто, еще раз показываю, берем пальчиком, отодвигаем ее в сторону, и она сама раскрывается. Все очень просто. Вот, и она у нас раскрылась. Чистенькая, новенькая. Ой, сейчас будем ставить ее. Делаем по инструкции. Беремся за верхний и поднимаем его вверх. Вдвоем с подручней, одному, конечно, тяжелее будет. Сначала одну сторону открыть, потом другую. Все, готов? Да. Открываем. О. Открыл? Да. Открыл. Все, готов. Поехали. Давай. Опа! Вот она у нас открылась. Наверное, даже в камеру не влазит. Вот такая вот палатка. Палатка Снегирь. Покажи. Палатка Снегирь 4T Long. И сейчас мы посмотрим, как у нее внутри. Всем же интересно, мне тоже. Потом еще пол будем стелить. Ну что ж, мы ее сейчас откроем. Посмотрим, что у нее там. Прямо! Опа! Вон что у нее там. Липучка. На моей палатке тоже это есть липучка. Мы заходим вовнутрь. Колька, заходи! Заходи, здесь так классно! Вот она такая внутри. Ребят, у меня палатка 2 метра. Вот если посчитать, получается 1, 2, 2 метра. А в длину у нас получается, сейчас я вам покажу, 1, 2, 3. Короче, по паспорту написано 2 метра 60 сантиметров. Представляете, какой у нее рост мой. А у меня 1,72 м. И надо мной еще, наверное, 20 сантиметров точно будет. То есть, ну, 2 метра есть. Очень хорошо. Здесь теперь может сесть. Представляете, сразу может рыбачить 6 человек, у меня 4, а здесь 6 может рыбачить. А если здесь вдвоем сидеть, здесь можно столик поставить, организовать, так все будет куртуль-мультур. Так, посмотрим, что у нас в этой палатке. Ну, как всегда, у нас есть у нас, куда складывать вещи. Есть 2 вентиляционных окна. Вот одно окно у нас отстегивается. Это я знаю, потому что у меня точно такая же. Отстегнули, можете ее так поставить, хоть вот так вот ее поставить. Вот, без разницы. С этой стороны то же самое. У нас есть окно, где мы можем провентилировать. По швам, что я могу сказать по швам? По швам, да вроде бы, да хорошо, честно говорю, хорошо. Очень даже хорошо. Теперь посмотрим, как она у нас в закрытом виде. Там у нас есть. Так. Закрыли. Теперь смотрим. Все закрывает. Просвета нет.
Все отлично. Полностью она, как говорится, герметичная. Здесь будет тепло и уютно. Как в моей палатке. Но здесь будет круче. Представьте, мы теперь две палатки поставим вместе, дверями к двери, и будем бегать друг к другу. Ну, поздравляться. Вот. Сейчас мы будем сюда стелить пол. И посмотрим, как она будет смотреться с полом. Поехали. Теперь мы сейчас вот этот пол будем устанавливать туда. Открываем. Калюнка, помогай. Ох, класс. Давай-ка, Калюн, у нас, а ну-ка, дай-ка, смотри. У нас здесь прям, о, как дипломат, с ручками взял, ха, и мы его заносим вовнутрь, вовнутря, вовнутрь. Короче, я такой, такой счастливый. Мы же первый раз расстеляем этот пол, да? Раз. Так. И теперь мы его... Да, а как же подсовывать-то? Это что, нам прыгать, что ли, вместе с полом? Нет, а сейчас вот подсовывать туда. Получается, да. Мы на него наступаем. Калюн, видишь, я наступаю. И а теперь... один край мы туда заводим, его же можно сложить одну сторону в половину. Один край завел и раскатываешь потом туда уже. А давай попробуем так, давай. Не, вот так вот его вдоль складываем. Так, вдоль сложили. Еще раз складываем. А, точно! Все, и теперь мы его подсовываем сюда. Вот. Здесь у нас есть подложка, вот она черная. Она должна быть под полом, под вот этим полом. И мы ее, как говорится, в серединку ее засовываем. Здесь уже у нас есть, мы видим, как раз направляющие, как застегивать. И застегиваем. Во! Вот таким вот образом. Здесь то же самое. Посмотрим ее теперь, как ее болтает, не болтает. Она теперь более устойчивой стала. Это мне очень нравится, очень. Полы мы заказывали без отверстий для рыбной ловли. Будем делать сами. Потому что они делают здесь... Одно отверстие, здесь второе отверстие, здесь третье и там четвертое. Чтобы человек мог именно вот здесь сидеть, там сидеть, то есть вдвоем. А если вчетвером, то получается кучкой. И, как сказать, недемократично получается. Мы когда ловим, нам нравится так, чтобы мы сидели и смотрели друг на друга, чтобы было видно лицо, чтобы можно было поговорить, а не так, что там... Выкрикивать там из-под лоба. Мужики, я поймал. А так, чтобы было видно. Ну и когда поздравляемся там, ну, вы понимаете. Чтобы можно было все сразу вместе сделать. Угу. Поэтому будем делать отверстие сами. Мы расположимся здесь и наметим, где нам делать эти отверстия. Но это уже в следующем видео. Вот такая вот у нас палатка. Огромная, красивая. Спасибо за просмотр. Как всегда, с вами был Санечка, канал Стофики. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!